Дружище, рад приветствовать тебя на своем канале. И сегодня у нас тренировка предплечья. Я покажу тебе, как развить огромное предплечье в домашних условиях. Сегодня мы сделаем 4 упражнения, которые ты с легкостью сможешь выполнять дома. Поехали! Итак, друзья, первое упражнение на пути к развитию большого предплечья. Что нам для этого нужно? Нам нужна резинка и нужна бутылка. Бутылку можно заменить обычной трубкой, но мне нравится больше делать с бутылкой. Она балансирует, как бы, и сильнее прогружает ваши предплечья. Для этого нам нужно: берем резинку, крепим ее куда вам удобно, делаем кольцо, продеваем сюда бутылку. Несколько раз закручиваем. Садимся в такое положение, угол согнут, и делаем быстрое скручивание и медленное раскручивание. Делаем это на 20 повторений. Ваше предплечье будет жечь. И это будет означать, что нагрузка отличная. Добавлю чуть-чуть и продолжим. Супер! Таких рекомендую делать 4 подхода. Я уже вижу, как мое предплечье начинает пампиться. Поехали дальше. Итак, второе упражнение. Нам нужна для этого трубка или бутылка. Также прикреплена резинка. То есть что мы делаем? Мы берем трубку. Пример сейчас будет с трубкой. Продеваем внутрь. Зацепаем. Подтягиваем локоть к себе. Концентрируемся на нижней части предплечья и выполняем скручивание. Только мы делаем скручивание не к себе, а вниз. То есть нагрузка вниз, то есть на нижнюю часть. Вот, концентрируемся на ней. Делаем на 20 повторений 4 подхода. Поехали. Супер! Легкая нагрузка, но 20 повторений, и я уже чувствую, как предплечье разрывается. Поехали дальше. Переходим к третьему упражнению. Третье упражнение у нас на наружную часть предплечья. То есть ваша вся наружная часть проработается на все 100%. Для этого нам нужна резинка и бутылка. Встаем ногами на резинку. Закручиваем ее. Ложим руки и выполняем подъемы кистью вверх. Тоже делаем это упражнение 15-20 повторений. Я бы делал на 24 подхода. И прорабатываем нашу наружную часть предплечья. Это просто разрывает мое предплечье. Печет. Да. Просто. Шикарно. Итак, друзья, четвертое упражнение на предплечье и заключительное в этой тренировке. Сейчас мы прожжем его просто максимально, насколько это возможно. Нам нужна также сама бутылка и резинка. Значит, зацепаем резинку ногой, выполняем скручивание кистью к себе. Да, это одно из самых жгучих упражнений, которые может быть. И раскручиваем. И если можете, делайте таких 2 повторения. Это будет считаться за один подход. О, да! И обязательно раскручиваем. Итак, дружище, ты хочешь иметь сильное и большое предплечье, но не имеешь возможности ходить в тренажерный зал, тогда используй эти упражнения. Они дадут тебе рост очень сильный. Для начала ты спокойно сможешь выигрывать у своих друзей на руку, или просто твое предплечье станет объемнее и массивнее. Обязательно заходим ко мне на канал, подписываемся. В скором времени будет очень много интересных видосов по поводу тренировок дома. Всем пока!